Бабчук, вот момент. Ой-ой-ой, вот это да, вот это счастье. Да, слов просто нет. Вот как раз камера стоит прямо на линии огня, на линии броска Головина. Как он это не забил, эту шайбу, это уму непостижимо. Это просто от него, ну, когда говорят, не повезло. Ну, вот и, наверное, на 500% не повезло сейчас. Ну, конечно, надо отдать должное Еремееву, что он до конца действовал, хотя сам уже не верил, что он что-то может сделать. Вот отскок и вот бросок. Пустые ворота. Это сейв года, безусловно, это спасение года.